Ну-ка. Вот он какой красавчик, поеденный. Ничего себе, сапог какой. Много, очень много сыроежек сегодня. Каких только цветов нет. Зеленых, красных, фиолетовых, красавцы. Да какая красота. Ёшкин кот, а. Какой красавчик. Олени рожки. Сколько? А кто это такие, Вань, могут быть? Смотри. Самый-самый ядовитый в мире гриб, дорогие друзья. Дорогие друзья, доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня, не поверите, в такой красной шапке. Не просто так, наверное. Поедем за грибами, короче. Вот. Прогуляемся по лесу, найдем грибы, покажем вам. Надеюсь, у нас все получится. Все, всем добра, пока-пока. Грусть перечный. Грусть перечный. Такой вот. Ну это сыроежка. Это сыроега, да. Ну, не такая, как у нас. Не, это, ну, это настоящая сыроежка хорошая. Смотри, Вань. Вот он под грабовик, смотри. Ты смотри. Хороший ты, да, глянь. Ой, их можно тоже. Под грабовичек, да. Олени рожки. Сколько сегодня много. Прям такие они. Сыроежки желтые. Уже помученные временем. Зеленая сыроежка. Посмотри, какой красавчик стоит. Малипус. Мухомор. Красно-розовый. Серо-розовый его там называют. Съедобный гриб. Ну, он крошится сильно. Конечно, если совсем тверденький, то можно брать этот его. Кто у нас? Ну-ка. Давайте посмотрим. Вот он, беляшек. Ну-ка. Вот он какой красавчик. Поеденный. С слизнями, но все равно хорош, хорош. На твоем месте я должен был быть. Это он, ёшкин кот. Он, да. Бля, чистенький. Вообще красавчик, покажи. Офигенно. Красивый, да? Первый белый мой. Ну, такую вот, такого сыроежку можно даже самому взять. Красивый. Ёшкин кот, а! Какой красавчик. Молодец, Вань. Красавчик, конечно. Сыроежка, посмотрите, фиолетового цвета такая. Такого болотно-зелено-фиолетового. Одна, вторая. Вот они, дорогие друзья. Посмотрите, какая красота стоит, ёшкин. Вот уважаемые друзья. Посмотрите, за... Это вот что, под грабами, да? Ага. Что это за хреновина какая-то? Слушай, это ежовик. Нифига себе, ежовик, ёшкин кот. Да, белый. Конечно, Вань. Где ты их находишь? Там. Смотрите, дорогие друзья, какой красавчик. Просто изумительный гриб белый. Попадаются грибочки сегодня у нас. Кабанчики. Желуди тут собирают. Вот так вот. Ёшкин кот. Ох ты, какая красота. Это подосиновик и белый. Вот это белый? Да, блин, ты чё? Вот это белый? Конечно, Вань, ну ты чё, боровик, ты чё, Вань? Синовички. Конечно, ну это одна группа. Поддубовик, вот он, поеденный, правда. Вот его боятся некоторые там. Это просто обалденный, вкусный, классный, крутой гриб. Сыроежка зеленый. Такой по цвету
на бледную поганку похож практически. Но это сыроега. Причем такой плотный, хороший. Вот посмотрите, сколько грибов на березе прям растет. Желчный гриб. Видите, как будто белый. Все, красивенький такой. Вот их куча какая. Ёлушка. Блин, нифига себе тут. Дом целый. Пеньковый дом. Ух ты, посмотрите. Посмотрите, какой стоит господин. Просто красотища. Идешь по такому лесу. Ну, грибочки разные есть, но в целом, конечно, сухо. Это не то, что было вот пару недель назад. Кто-то шел вот и даже сбил подосиновичка. Вон старичок стоит. Конечно, брать не будем. Не, сухо в лесу просто. Мое. О, смотри, пантерный мухоморчик. Посмотри, вот он. Видишь, какой? Вань. Красавчик, видишь? Сыроежка как завернулся. Слушай, ты наш, вот, дорогие друзья, серо-розовый, еще раз повторюсь. Съедобные мухоморы. Там, видите, такой розоватый цвет получается на изломе. Там через несколько минут они начинают краснеть. Вот их кучки. Что это, съедобные. Скажи, белый, Вань, нашел. Серьезно? Конечно, белый. Я ж туда все шел. Белый, да? Я же туда шел, да, белый. Поганочка бледная. Видите, юбочка характерная из, растет из вульвана. Бледно-зеленый такой цвет у нее. Белые пластиночки ровненькие. Какой? Тут трутовичище какой огромный. Обалдеть, красавец такой. Это у нас кто такие? Ну, старенькие, куча подберезовиков, посмотрите, я такого ни разу не видел. Это вот одна, такого ни разу не видел, посмотрите, одна кучка, под, не подберезовички. Их тут, в принципе, кучками такими растут. А вот посмотрите, один малыш, другой повзрослее. Как там высоко и глубоко. Ну не будем спускаться туда? Не знаю. Ты вправо предлагаешь, ой, влево, да, предлагаешь пройтись? Сколько паутинников тут стоит. Самый-самый ядовитый в мире гриб, дорогие друзья. Бледная поганка. Вот он. Вот его, вот этого грибка хватит убить человек 10 сразу. Смотри. Вот она у него вульва. Видите, из вульвочки растет. Юбочка, соответственно. Вот аккуратнее, таких не надо грибочков трогать. Итак, уважаемые друзья, мы закончили сегодняшний поход за грибами. Давайте посмотрим, что мы сегодня собрали. Вань, ну что у тебя тут, смотрите, какие недостатки спрятались. Подосиночки, маховички, подберезочки, подграбовички. Чисто белых, посмотрите, сколько. О, прям каких красавцев Вань нашел. Ну, ёшки, наверное. У меня тут корзина и еще ведро. Все по половиночке. Там у меня тоже, видите, и белые березки. Маховички зеленые. Подграбовики. А это тоже? Да, это тоже белый, конечно. Вот. Лисички есть. Я нашел. Трутовик плоский сделал. Он там заваленный. Все классно. Все супер. Вот такой Ваня нашел. Подожди, сейчас тебе. Погуляли, отдохнули. Жарко. Сегодня какое число у нас? 27.
июля 24 год. Все, всем добра, пока-пока. Мы поехали. Вань, пока-пока.